Сериал про Магомаева, я очень впечатлен его жизнь, много еще мы не знаем, детали. Да, это будет позже, про сериал я вам расскажу. Говорит, куда ты спешишь жить сегодня? Ну, так что вам было интересно, мы еще включили в нашу программу «Роман». Вот и все, женщина, она знает. Ты моя мелодия, я твой преданный. Женщины сбегают мужчины. На такие прекрасные произведения, как на вас, горит, горит моя сердце. Дарим вам, я надеюсь, что получается от этого романса удовольствие. Спасибо. Да, не вернемся к Магомаеву, но через секундочку, друзья, сейчас... Сериал. Валерий Борисович смотрит этот сериал, он берет что-то впечатление от этого сериала. Такой это человек был Муслим Магомаев. Мы хотим сейчас исполнить песню, написанную Юзуфом. Он это написал в изгнании у себя на родине, эту песню, вот
со своим другом, они были сами, еще там были друзья. И в то время, как и был пикник, все веселились и радовались, Магомаев писал «Гелен бабушка». Мол, не верну, добро начать, песни не боя, рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. Несут корабли.